Я известен под многими именами. Рыцарь хвоста и шпаги Машо Грото. Дон Лакайло. Я кот в сапогах. Санта Буритас. Эй ты, запусти меня. А вы сыграйте что-нибудь жгучее. Привет, здоровяк. Эй, хотите кое-что покажу? Gracias, благодарная публика! Всем спасибо, не смею задерживать! Вы еще здесь? Ну ладно, ладно, еще один номер. Я назвал его «Легенды не умирают». Плохие новости, вы умерли. Доктор! Расслабьтесь, я же кот в сапогах! У меня 9 жизней! А сколько, голубчик, вы уже умирали? Я не силен в математике. Ола, сеньорита, любите гаспачо? Это точно не морепродукты? Коты всегда приземляются на лапы! Зацените! 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 И еще этот великан сегодня. Ну и сколько получилось? 4? Вообще-то 8. Как вы распорядитесь последней? Когда у тебя всего одна жизнь, она становится бесценной. Гони, перо! Дерись со мной, если посмеешь. О, преступный клан Златовласки и трех медведей. А ты разве не умер? Ну, как всегда, стоит с тобой связаться, все идет кувырком. Доверься мне. Ну, как не поверить этим милым глазкам? Это, по-твоему, мило. Какие хорошенькие! Кот в сапогах. Последнее желание. Получается? Ну, все, хватит, а то глаз лопнет.